Находимся в центре Стокгольма, друзья. Сейчас покидаем этот центр торговый, который называется у нас галерея. Мороженое. Огромный центр, много магазинов, одежда, техника, в общем, почти все есть. Это название было, вот оно, название. Кто-то у нас орёт. А, вон те вот. Видать, учебу закончили. Шведские студенты турецкого происхождения. Что-то их маловато. Обычно вот эти вот КАМАЗы, вот такие вот, видите, ну как КАМАЗы, такие грузовые машины забиваются этими выпускниками. И они вот целыми днями вот так носятся, гуляют. Также и на Мальте, кстати, тоже было. Но я думаю, что это во всех странах так, когда учебный год заканчивается, студенты отмечают выпускной свой. Точнее, не студенты даже, а школьники. Бывшие школьники. И гимназисты. Это у нас центральный универмаг НКО. Самый главный. Типа ГУМа, ЦУМа, если так по Москве сравнивать. Туристический автобус. Где? На автобусе? А вот это на первом сиденье, ага. Туристы, да. Интересно, куда они их возят? И здесь на русском, видишь, тоже есть, кажется, этот вид. Катают по городу. Что, пойдемте в эту сторону тогда. Здесь ходят трамвайчики. Очень, кстати, вот здесь вот линия. Здесь иногда бывает старый трамвайчик ходит, но это бывает очень редко. Выглядит красиво. Сейчас в данный момент его нету. Современный же трамвай. На самом деле полностью современный, то есть все в нем очень даже красиво, четко. Вот цена проезда, если чисто так один проезд брать, то это 3-4 евро, я сейчас точно не знаю, но дороже, чем в других странах. Не дороже, чем, я так думаю, в Норвегии, но если остальные страны брать, то здесь одиночный проезд, он вообще дорогой получается. То есть, допустим, если брать на проездной на неделю, то на неделю это 7 дней. Если брать проездной, то получается около 33 евро. То есть 300 шведских крон стоит, чтобы неделю ездить на метро, на автобусе, на этот трамвайчик. То есть общий такой проездной, скажем так. Это у нас стекляшка называется, вот эта вот, которая стоит здесь. Вообще фонтаны, но сейчас фонтана на данный момент нет, здесь ремонт проходит. С этой стороны Культурхусет, это у нас дом культуры. Как видите, люди рутся, стремятся просто к образованию. Не упускают возможность любым способом образовываться. Здесь внутри очень часто сидят много русскоязычных, сидят, играют в шахматы.
просто общаются, в общем, бездельничают. Если так говорить, ничем не занимаются, сидят, так как делать нечего. Вот. А это место у нас, сейчас мы, которое приближаемся, называется Яма. Ну и русские говорящие называют ее Ямой. Так вообще это серия Эль-Торит, то есть площадь Сергеля этого. Это место называется все. Но есть название у нее Яма, здесь собираются все шпана, наркоты, полиция, просто концерты, митинги. В общем, все такие движения, все проходят здесь. Очень часто здесь можно видеть, как какого-нибудь очередного барыгу забирают. Вон с того места обычно это происходит. Вот, также здесь частенько проходят разные эти митинги, выступают, там концерты, демонстрации, то есть кто чем недоволен, такие вот вещи. И очень много здесь, вот здесь, допустим, если садишься, вдруг приходишь, здесь всегда бывает русскоговорящий, то есть всегда можно встретить кого угодно и откуда угодно из бывшего Советского Союза, начиная там каким-нибудь наркотом, заканчивая каким-нибудь кандидатом каких-нибудь мировых наук, то есть... Такое своеобразное, интересное место. Вот, и здесь же находится центральная станция метро, Ти-Централен, которую мы сейчас наблюдаем. Что, поедем в этот или как? Сейчас покажу вам, как выглядит метро, как сюда входить. Такой вот проездной, друзья, на него кладутся деньги, то есть он сейчас на данный момент заряжен на неделю, можно его и на месяц заряжать, и на больший срок. Вот, и 300 шведских крон стоит, чтобы неделю ездить на метро, на автобусе, как уже говорил, на любом транспорте практически. Разберемся, в какую сторону есть. Красные люди. Красные. Пока автоматы. Интересно, сколько стоит фотографии сделать. Почему-то цена не написана. А, 80 крон. Около минимум 8 евро, около 9 евро стоит. Так, друзья, я пока тогда выключаюсь в целях экономии батареи. Сейчас все вместе соберемся и дальше поедем. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.